Друзья, знакомство бусинки вот с тем рыжим котом. Но она за ним наблюдает, а он ее, кажется, не увидел. Все, увидела. Под утро, в 4 часа, кто заорал, с кем она встретилась? А, тогда мы ее выпустили на улицу, она попросилась. И сразу там... Они все к нам ходят под дом. Ничего себе, такой улегся. Ну что, бусёныш? Бусёныш. Сейчас, друзья, покажу. Я уже тут косила. Сейчас буду я убирать. А я продолжаю. Просто тот ролик, и мы с вами даже не поздоровались. Николай Александрович, привет. Да, привет. Мы уже, видите, с ним позавтракали. У нас там эта вонючка от комаров стоит. Комаров полно. Вот. Катя с Тимуркой еще спят, еще время. Сколько у нас? Ну-ка, дай-ка я посмотрю. 9 часов. Ну-ка, время. 8:42. Смотри, смотри, кота, кота увидала. Че, бусеныш? Она-то видела кота, а кот не видел. Ты посмотри, какая смелая. Кошка, давай это уберем. Короче, друзья, я ключ от сарайки потеряла. Зато от прошлой дачи нашла. Я и потеряла ключи. Короче, здесь сегодня красный ковер заменю на белый. Тоже с дачи мы его у Женьки, как его, стелили. Он в нише пролежал. Ну, такой тоже старенький. Мы все сюда старые паласты привозили. А этот здесь наверху был. Так что мозолить сильно глаза красным цветом не будет. Понравилась мне косилка. Очень мне понравилось косить. Получила я уже люлей с утра. Вот, смотрите, видите, все скосило здесь. Сюда, здесь постелим сейчас пароизоляцию, вот эту старую, и сюда привезут песок. Ну, прямо здесь. Здесь поросль вишни. Много поросли. Вон, посмотрите, здесь сколько кустов. Я тут пошла косить-то, вошла в раж-то, и не заметила вот эту между травой. Ой, чего я про себя только не услышала. И какая я умница, и какая я разумница, и всяко разно, да, Колюшка? Я говорю, ты что переживаешь? Я говорю, их все равно надо... Вот это вот я вот обрежу, оно новое пойдет, если что. Вот, а это, чтобы не нервировать Николая Александровича, я сегодня выкопаю их и пересажу на участок. Господи! Я здесь все засажу вишней. У меня здесь все будет вишней. Это его слова. Я продавать ее буду. Да, конечно! Точку открой. Прям здесь, да? Ну, не здесь, но... Вот. А это у меня тут мелисса завязана, чтобы ее... Я тут, господи, взяла потом... Надо было, конечно, сразу мне тут пообрывать-то, но... Я ее просто не заметила. Ой, беды лепак такой был. Коль, а мы вот эту что, скосим, да, вот эту малину все? Это я потом в это... Бензиновой скосишь, да? Да к чё мне, до куда вы тогда пока косить-то? Вот до малины скошу? Не, вот это. Скашиваю вот здесь вот. Ага. Палки, видишь, убрать. Да, вот это все мы будем убирать. Вот здесь вот рядышком скашиваю, вон до того, где убирала мусор. Смотри, короче, видишь, что с черемухой? Мы ее потом вижу. С тобой спилим. Она мертвая вот эта? Мертвая, да, ее уберем. Вот, чтобы тут облагородить-то тоже с этой стороны все. Вот, сегодня мы еще... Будем много чего снимать. Вот посмотрите-ка, там вот где-то идет дождь. И надо успевать. Коля пошел резать мясо, мариновать. Ну, как обычно, знаете, мы маринуем. И сегодня Катю будем угощать шашлычками, банькой. Всё. Я убираю траву и ношу ее в компостный ящик. Да, Николя? Да. Угу. А ты занимаешься мясом? Да. Угу. Сырнички, сырнички. Сегодня получилось, вот у меня дочь снимает сегодня. Руки трясутся. Вот. Вот так сегодня ложечкой накладываю. Вот такое получилось у меня.
тесто на сырнике. Я же муки не добавляю, у меня маночка. Вот и вот так вот накладываем ложечки. Покажи, дочь, поближе. Так, ложечкой накладываем. Вот они у меня, смотрите, какая прелесть получается. А у нас идет дождь. Добрый день, друзья! Это уже другой день. Вчера я вот здесь немножко покосила, и начался дождь. Весь день был дождь, весь день. Вообще поливала и капала, и снова поливала. А дедушка вот потерял вчера день, но зато отдохнул. Представляете, вчера даже днем уснул и, наверное, спал часа два. Это, видимо, ему вселенная сказала: мы тебе даем дождь, а ты отдыхай. Потому что, чтобы вот так он на даче целый день просидел, ничего не делая. Колюшка, поздоровайся с нами. Здравствуйте. Вот, чтобы ничего не делал там или отдыхал, это я не знаю, я не помню таких дней. Ну, если, наверное, отдыхал с Мишей давным-давно. И то работали они тогда. А тут вообще невозможно было на улицу выйти. Ну, зато Тимулечка, мы с ним улучшили момент, когда... Да, даже лужи стоят. Зато Тимулечка тут походил немножечко со мной, погулял, но я потом вам об этом расскажу. Сейчас говорю вам, что Коля делает песочницу. Вчера ведь еще планировали, и вчера нам песок не привезли. Вот как будто бы вчера был такой день, как специально ничего не делание. Не, ну, потом вечером Коля сделал шашлыки, мы истопили баню. Как-то, наверное, полчасика, наверное, не было дождя, да, или капал. Да, моросил, и Коля успел сделать мясо. В баньку намыли, сходили. Тимуля сходил с Катей в баньку. В общем, вот такой вот день прошел. Сейчас мы ждем песок. Мужчина позвонил, что все, поехал уже на погрузку. И мы сейчас с Колей будем стелить под песок, вот там, куда привезут, пароизоляцию, чтобы не на землю, и потом, чтобы прикрыть. Так что, друзья, отключаюсь. Бусинка у нас здесь обследует наш участок. Ночью ей то надо выйти, то прийти, то погулять. Ну, в общем, та еще. Так, все, я пошла Колюшке помогать, подключусь позже. О, солнышко вышло наконец-то. Да, вчера пополивала, хорошо. Вот у меня, смотрите, цветочек прижился. Вот видите, уже... В общем, Коля, благодаря моим зрителям я узнала, что у нас есть ирисы на участке. И я их пересажу. Ирисы красивые цветы. Столько полоть вообще. Мне кажется, это за вчера вот это все выросло. И еще у меня желтеет почему-то на кончиках чеснок. Вот, это представляете, вот это все только за вчера. В общем, работа у меня здесь непочатый край, и девка уже вся убилась, короче. Ну, как обычно, Коля говорит. Ну, как обычно, девка убилась. Скоро будем кушать свой укропчик. О. Скажи, укропа вырастила 2 миллиметра, уже довольная. И там даже лучок за один день, и то подрос. Ой, жарко становится. Уезжают на 3:30 у меня мои. Здесь тоже все прижилось. Твои гости уезжают. Мои гости. Мои гости. Следующие выходные я одна. Или, может быть, Коля Саню привезет на следующих выходных. Не знаю. Посмотрим, как Настя. Какие у Насти планы. Вот. Буду привыкать. Знаете, по очереди к внукам буду привыкать. Бабушка такая, да? Супер бабушка, как Катя меня подкалывает. Ну, ты прям бабушка года. Ну, это в кавычках. Бабушка года, снимать новые наволочки? Нет, не надо. Вот, уже услышала. Бабушка года. Вот. Потом Коля все здесь отшлифует, сделает. Потом можно будет тут покрасить. Ну, чтобы нигде не было этих всяких занос. Большая. Я думала, будет поменьше.
Сколько ты, Коль, сказал размер? 2,5 на 2,5. Хотел сделать 2 на 2, сделал 2,5 на 2,5. Вот. Петрович сказал, говорит, я тоже сделал для внука клумбу. Для внука сделал песочницу, через год она стала клумбой. Опс. Это доски со старой дачи. Половые доски, да, Коль? Скажи, век не думал. Он все жалеет. Моя любимая дача. Как я там жил хорошо один. Он какие-то даже 2 зимы вообще там практически жил. А что-то вы работали здесь, да? Буська! Пусеныш! Ну-ка, иди сюда. Вот, а теперь делаем песочницу из старой дачи. Вот такая ее участь оказалась тоже на пользу. У нас еще остались есть такие трубки. Вот там. Я такая деловая, Коля, говорю. Я говорю, Коля, давай, говорю, вот еще вот, чтобы прочно было, ставим по углам вот эти железные трубы. Меня тут же мне, конечно же, это был взгляд, не суйся. Я тебя не снимаю, снимаю Тимулечку. Смотри, деда, что тебе делает. Тимуля! Ой, Катя, он сейчас полный, будет ноги воды у него. Да, да. Здесь сыро, здесь только сапожки. Ой, чего деда делает так? Да. Тимуле здесь нравится. Мы вчера с ним ходили, гуляли. Вообще все кругом. Все-таки ведь не целый день же поливал ливень. А одели куртки, капюшоны, сапоги. И пошли с ним гулять, ему нравится. Потом он еще обследовал копейку дедушкину. Там еще посидел, порулил машину. Так. Так что твоя копейка теперь это будет Тимкина игрушка. Ой, как становится тепло, хорошо. Ждем песочек. Ой, Тимулька, сегодня еще успеешь даже в песочке поиграть. А бабушка будет всю неделю таскать. Планировалось, что привезут вчера, хороший день. Слушай, они все сырые. Вы так вчера ходили гуляли, что они все сырые. Да? Сырые? А внутри-то они сырые? Да. А как вы их оденете? У нас непромокаемые кроссовки так-то. А, так ты поставь на солнышко пока. Ты же их здесь оставишь? Да. Давай. Так, ладно, мы донесем. Давай, я их поставлю на солнышко, они посохнут. Я потом на печку... Стельки, может. На печку потом унесу. Ванночка. Чего когда-то? Мне там стельки там не вынимаются. Нет, там не вынимаются стельки. Они сейчас на солнышке постоят, а потом я в дом занесу. Тима! Тимулечка! Не наводи, ладно? Не, нет, ты... Испугаются. Прямо испугаются. Будем пустить, выйдем выходные. Тимуля, скажи всем привет! Тимульке здесь хорошо, когда совсем уж нечем заняться, включаем, интернет-то есть, даем по телефону, на телефоне поиграть, а он в телефоне рисует. Он рисует буквы, что-то там пишет. Вчера что он нам нарисовал? Яблоко и букву Э. Яблоко и Э, Apple, представляете? Вообще. Короче, мы как решили? Мы решили, что он у нас не говорит из-за того, что он не знает, на каком языке говорить. Он еще не решил. Или на русском или на английском. Да, а как красиво, когда скошено вообще. Еще тут у меня песочница, такой ни у кого нет. Да, такая огромная, шикарная, дедушка шикарную песочницу соорудил все-таки. Да потому что деда старается для меня. Так деда хотел 2 на 2 сделать, а сам вон закрыл. Дедушка сам хочет поиграть в песочек. Дедушке ведь делать-то нечего. Дедушка на даче. Замки. Дедушка будет, да. Да, малыш? Ай, ты мой малыш. Съел. Вчера делала сырники, вы видели. И вчера что-то он как-то немного поел-то, да? 3 штуки. Катя, представляешь, это ирисы. Надо их сегодня же, я их выкопаю, чтобы их не затоптать. Они только сейчас начали вот так вот появляться. Ой, таких полно здесь вообще.
Я же не знала, что у него здесь растет, то Влад, я у них летом не... А все, нет, цвели. Их теперь надо обстричь. Обстричь и в одну завернуть. Вот так кустик, чтобы они силу не забирали. И прижать. Ну, пусть они здесь будут. Мне еще... Да, посмотрите, да, у меня уже есть польщик. Я умею полоть. Только мне нужно показать, где сорняк, а где... Да, ну, друзья, короче, я как-нибудь без нее. Потому что горький опыт моей бывшей свекрови. Она приучала меня к труду. Она приучала Катю к труду. И, короче, Катя пропалывала грядки так, что... Ну, в общем, пропалывала и пропалывала. Бабушка не ругала. Да, бабушка ее не ругала никогда. Но я умею полоть. Картошку окучивать. Вот, видишь... Ничего, деда Коля со временем там спашет на втором участке. 2 на 2, да? Коль, сотки. Пару соток. А там потом папа вернется, будет его эксплуатировать. А, ну когда Илюша вернется, тогда будет другое поле, побольше. Тоже говорит, дача, дача. Я говорю, зачем вам дача, если у вас здесь есть дача? Здесь место навалом, друзья. Вроде такой домик маленький, а на самом деле вообще там на втором этаже. И здесь... Мы с Колей на втором этаже спали. Вчера я там даже печечку истопила. Жарко? Жарко, жарко, конечно. А я сама-то в кофте. Красиво. Тепло, солнышко греет. Ну что, ждем песок? Посмотрите, во! У нас уже подарок есть для Тимки, смотрите. Это Петрович, говорит, пошел, говорит, я Тимуле вашему самокат принесу. Сам приносит велосипед. Мы уже самокат ждем. Видите, только колесиков нету маленьких сзади. Ну, короче... А они продаются, наверное, отдельно, колесики. Ну, скорее всего, да, можно. Можно купить, да поставить. Ну, в общем, Катя сказала, ты же хотела похудеть. Теперь ты похудеешь. Это не я сказала. А кто? А, я сказала? Да. Нет, я сказала, что у меня будет бег с препятствиями. А ты как-то сказала по-другому. Я сказала, что Тимоша пользу приносит. А, да, Тимоша пользу приносит. В общем... Хотела внука получай. Хотела внука получай, вот так вот. Гвоздики деда Коля убирает. Тимулечка! Надо кепку было дочери одеть, кепку. Да не тебе кепку-то, а ребенку. Мой. Матеус смотрит, как девушка работает. В общем, ждем песок, друзья. Ролик будет коротенький, ну, наверное.